Всем привет! С вами Однорукий Борис, и мы с вами продолжаем проходить игру под названием Майнкрафт. Это вторая часть большой серии, которую я записал в прошлой серии. Если вы помните, я начал строить дом. Вот. Ну а в этой серии предлагаю посмотреть вам, что я буду делать дальше. Вот. Собственно, всем приятного просмотра. Погнали. Так. Ага. Да, все вот сюда вот складываем. Это я пока что оставляю. Вот таким вот образом. Окей. Хорошо. Блин, вот если вот так вот подумать, то не особо и красиво, наверное, будет, да? Но зато с другой стороны можно тут будет что-нибудь придумать, да? Короче, посмотрим. Так, чё у нас? Вспоминаю мини-карту. Вот. Waypoint. Нет. А если вот так добавить, напишу дом. Dark Gray. Давайте Green будет, ага. Confirm. Да. Все, окей. Все. Это я себе пометил. Вот, и, ну чё, пошёл я. Хотя, подождите, я сейчас это самое. Решим, куда мне идти надо. Вот, во-первых, прежде чем идти куда-то. Так, алмазный меч, 7 дэмэдж, 6 дэмэдж, да? Так, ну давайте я... Вот это пока что... Прибью игу. Вот, а сам... Да, ё-моё. Окей, так. Что тут еще у нас? Тут ничего. Тут. А тут. А тут. А тут. Лук, конечно. Но я тут из лука не знаю. Ну, знаю, конечно, как стрелять, но что-то как-то, честно говоря, не очень хочется луком стрелять, да? Так, ну тогда хорошо, берем тогда палки. Вот щит надо еще взять на всякий случай, дополнительный. Ну что, ну мало ли, да? Так, берем это. Где тут еще палки-копалки? Так, кто там шумит? А, вот этот чел, ну, ладно. И я еще хочу топорик сделать. Вот. И еще один меч. Ну хорошо, ладно, еще вот
Вот так. Кирка одна. И еще один меч. Все. А это я пока вот так вот поставлю. Так уже что, темнеет, не темнеет? Так, ну что он там хмыкает? Что тебе надо, чел? Подзол. У меня ничего нет. Что ты хочешь? Эй, ты куда идешь? Тебе сюда нельзя. А, можно, кстати, и еды набрать. Я на самом деле не хочу сейчас ходить, потому что смеркается уже тут в игре. Это есть. Ладно, все сломал. Так, тут что? Еще картоха. Блин, у меня давайте отравимся картохой. Так, чё? Вот, по 16 картох. На тебе сюда. На тебе сюда. На тебе сюда. И на тебе сюда. Отравленную картоху сюда. Это все сюда. Так, хлеб я хочу сделать. Так, это грибы. О, у меня же битрут есть. Так, я просто смотрю, что тут еще надо сделать. Обсидиан. Два даймонда. О, кстати, вот это надо. У меня обсидиан есть? Сначала пауки напали, кажется. Так, давайте посмотрим, что там происходит. Вроде все нормально. Так, я хотел посмотреть обсидиан. У меня есть обсидиан или нет обсидиана? Вроде где-то был. Базальт. Блэкстоун. Так, а здесь? Обсидиан. Ну-ка. Три штуки обсидиана. Тут
4 надо. В принципе... В принципе, можно сгонять. У меня где-то... Я помню, что где-то был у меня обсидиан около воды. Вон там. Вот где-то здесь был. Он у меня еще до сих пор остался. Офигеть. Так, значит, делаем, значит. Ведь есть. Супер. Еще один обсидиан есть. Это я, наверное, буду потом уже делать. Так, я эти 4 обсидиана положу даже вот сюда. Слушайте, задолбал там звуки издавать свои. Ну все. Так. Это мы кладем сюда. Ну и все. Значит, метку себе поставили. Ну и теперь что, куда идем? Мы с пятачком. Большой-большой секрет. Ну, давайте куда-нибудь вон туда, в леса, или туда пойдем. Тут река, ну а что, вдоль реки сейчас пойдем и разведываем территорию. Возможно, я тут был когда-то. Когда ты ходил в самом начале, да? Так, вижу другой биом. На мини-карте. Более такой зеленый, яркий. А, я тут был, я помню, вот эти вот, ага. Так, я по мини-карте даже видел, что тут... Вот, смотри. Береза. Оля. Не, я туда прыгать не хочу, блин. Так, давайте вот эту березу срублю. Так, и чтобы тут это самое... Так, палки, конечно же, берем. Так, а саженцы будут тут или нет? Березовые. Опа, опа, саженец есть один. Один саженец сажаем сюда. Бережем природу. Вот, отлично, еще один саженец есть.
Это замечательно. Это значит, что у меня теперь будут расти березы дома. Так, это я уже дуб ломаю. Так, ну смотрите, один саженец у меня есть. Конечно, можно еще набрать тут всякого, но я пока... Ой, тормоза. Цветы какие тут красивые у меня. Да, надо было, наверное, где-то здесь дом строить. Ну вот, выбрал то самое место. Ну а что? Хорошее место. И река рядом. Хотя и тут тоже вода есть, но с рекой как-то поинтереснее. Так, и тут что у нас? А, тут, видать, тут это самое, яйца будут куриные лежать, да? Да, ладно, не будем брать. О, смотри. Море. Море, океан. Вот там бы тоже бы, типа, дом бы неплохо бы построить, да? На острове. Так, я на самом деле, блин, за временем-то и не слежу, как я тут записываю. Не знаю, сколько у меня запишется, возможно, я разделю на несколько частей, да? Так, опа! А что это? А что это у нас за такое? Ой-ой-ой! Это пчелы! Блин, пацаны, извините. Не, пчел надо уважать. Иначе меда не будет. Так, ладно. О, ты смотри, что я нашел. Ля. Какой там деревья-то, смотри, какие. Так, я надеюсь, тут, как в Джагитальянсе, змей никаких не будет. Ты посмотри, ля. Что происходит? А, это бамбук такой. Офигеть. Просто дофига бамбука. Очуметь. Так, это что у нас такое? Арбуз. Арбузы. Я хочу арбуз собрать. Watermelon, да? А, мелон слайс. Слайс, типа кусочек, да? Панда, смотри! Да, правда, у меня тут это самое... Сейчас будет жесть. И поэтому мне надо что-то сделать, какое-то укрытие надо мне.
Я точно знаю, что можно из досок сделать укрытие. Поем. Вот это я, блин, себе усложнил задачу. Чисто потому, что не взял ни кровати, ни факелов. Вообще ничего. Поэтому мы с вами будем ждать. Да. Так, давайте я посмотрю, сколько у меня там как раз по времени записалось. Нормально записалось, буду делить, если что, да, по времени. Так, ну, мне кажется, что тут уже... Вон криперов сколько, и скелета, пчела там летает. И рыбы плавают. Там еще, видите, в верхнем правом углу мини-карта. Черепок. А, вот. Черепок пропал, и вот это вот что такое? Что-то такое желтое, белое. Цвета слоновой кости, короче. Такое ощущение, что оно либо не передвигается, либо передвигается, но медленно. Ля, там еще, смотри, в воде типа акула плавает. Даже целых две. Слушайте, а мне надо было вообще ходить в это путешествие, блин. Просто чё-то я начал сомневаться, блин. Да, оно перемещается, вот эта желтая штука. Ну, не желтая, вот верхний правый угол мини-карты, да? Ну ничего. Может быть, мы все это дело увидим, посмотрим, что это за такие ужасы. По-моему, где-то тут рядом крип... А, нет, это зомбак ходит, нет. Прикиньте, лицо зомбака перепуталось с лицом крипера, да?
Похоже, все монстры, они все ближе и ближе ко мне. Подходят. Вам так не кажется? Где-то тут... Где-то зомби прямо по курсу. Слушайте, в принципе, они же ко мне залезть могут. Это мне только сейчас дошло. Давайте я на всякий случай меч возьму. Все, смотри. Проверяем. Залезет или нет. Ой, Эндер этот самый пришел. Смотри, Слей идет ко мне. Ну давай, залазь. Посидим вместе. О, давай, иди сюда. Все, минус. Главное, чтобы не крипера, не это самое, не призвал сюда нечаянно. Такое ощущение, что светает. А, нет, это у меня просто солнце за тучи зашло. Так, хорошо, ладно. Продолжаем ждать. Блин, это ж так... Блин, что-то я... Да? Не очень хорошо-то сделал. А, ну все правильно, цветает с Мари. Сейчас можно будет вылезать из своего убежища. Ну, в принципе, да, тут становится светло. А, ясно, почему я тут не это самое. Там же камень был. Так, солнце взошло. Мне интересно посмотреть на вот этих вот монстряков, которые тут где-то ходят. Или это не монстряки? Так, опа, опа, ну-ка, на тебя. Панду только не трогай. Так, а чё я меч не взял? Так, там крепота ходит. Опа, земля какая, смотри. Так, вот, я дошел до этой самой. Может, это не монстра, а верблюда? Ля, пустыня, смотри. Это кролики. Офигеть. Так, вот мы в пустыне, вот там наш дом, да? Блин, ну ты смотри, прикол. Блин, тут даже ломать ничего не хочется.
Вот, вот, смотри. Так, это что такое? Это что такое? Какая-то постройка? Сейчас мы посмотрим. Руины какие-то, смотри. Офигеть. Что это такое тут? Кто-то что-то тут строил, да? Слушайте, я же могу сейчас тут это самое все разрубить. Все, значит, разрубить здесь топориком, да? И с собой все собрать. Бля, ты смотри. Всплываем. Слушай. Офигеть, что это за место такое? Интересное. Неужели это шахта какая-то? Если это шахта, то офигеть. Сейчас мы это все разберем. Так, все берем. Всякие, да, в виде досок. Такой взял, разобрал все. Я сюда еще хочу прийти потом. Прийти и посмотреть, что это такое на самом деле. Эх. А, не, у меня топоров нормально дофига еще. Правда, вот из этого всего у меня нет нифига места теперь. Опа, опа. Аж. О-о-о. Так, а что мы вот это вот сюда давайте положим? Что еще тут? Ну, косточка мне нужна будет, да? Мне еще не надо.
Ну хорошо, окей, пусть. Чего мне еще не надо? Это. Слушайте, ну все. Я сходил за этими самыми, да. Я вот не знаю, возможно, это дом какой-то был. Его вот как-то так разворотило, не знаю как. Чего мне там сверху мешает? Ой-ой. А нет, все нормально. Только вот на... Вот это вот мне не хватает места, да? В принципе, да, давайте я вот здесь... Нажму. Так, давайте Dark Red. Разобрать плюс биом. Окей. Ой. Вот здесь вот я тогда вот так вот сделаю. Что еще? Ну, в принципе, дверь. Да, давайте я пока что все вот это вот делал. Вот так вот. Хотя нет, я же сейчас обратно пойду, да? Так, и что я тогда еще возьму? Вот это вот сюда, вот это сюда. Так, хорошо, идем домой. Мне, во-первых, это дома идти, плюс так, дом у меня вон там. Так, подождите, вот ну-ка. Мне еще бы интересно туда сходить. Схожу, короче, ладно. Уже, видите, темнеет. Давайте побегаем чуть-чуть. Так, это что такое? Понял? Так, ну хорошо, более-менее... Так,
так вот отсюда вылезать могут. Пацаны, блин. Это нам не надо. Так, нам надо сейчас повыше забраться. Так, так, так. Вот так. И... ну и все. Если что... Господи. Лучше вот так вот поставить, да? И время от времени. Да, появились монстры. Блин, это на самом деле опять долго ждать. Но смотрите. Мои сокровища — это дерево. Так, давайте посмотрим, что я взял. Мои сокровища — дерево, много дерева. Но зато, смотрите, хорошие вещи. Лазурил. Один даймонд. И один эмералд. И... береза. Еще вот это вот, джангл лок. Ну-ка. Опа, опа, ну-ка. А, нет. Да, мне надо, короче... посмотреть, как будут вот эти вот доски смотреться, да? И тогда... да. Посмотрим. Я вот, собственно, вот из-за этих досок и пошел в поход. Так, а фенс — это не ворота, а заборчик, да? На самом деле, все вот эти вот вещи, они как украшательство могут быть. Так. Ну-ка, кто там? А, они меня даже не видят. Точнее, зомбак меня не видит, как я тут выпрыгиваю. Ну, может, это и хорошо. О, там это самое заспавнилось. Какая? О, луна, смотри. Чувствую себя, как будто я попал в какой-нибудь этот самый, в ловушку. И сижу, жду, когда меня вытащат отсюда. Короче, сейчас я добегаю до дома, тогда... ну, вот жду, когда тут светло будет. Добегу, короче, до дома. И... посмотрим, может быть, я... пока что на этом закончу. Вот, возможно, эту серию я пополам разделю. На самом деле, я понимаю, что, может быть, я сделал все вообще неправильно.
Вот, но зато так же интересней. Смотреть, как я тут преодолеваю все. Правильно? Правильно. Вот. Собственно, разделю. Посмотрим. Хочу разделить все вот это вот записанное на две части. Первая часть — это когда я там делал фундамент для дома. Вторая часть — это вот мои путешествия. Да? Вот. Так, земля. Земля мне нужна. Вот так. Да, путешествия. Мы с деревом. Да. У меня, кстати, вот эта фигня не удалилась после тех ребят, которые на меня напали. Ну, когда там светать начнет? Уже надоело в яме сидеть. Да, вот это приключение как раз, вот это геймплей, блин. Сижу в Майнкрафте в яме. Сейчас кто-нибудь, кто не очень любит Майнкрафт, сюда зайдет на эту серию и посмотрит. Ну ты, конечно, играешь, блин. Ну а чё? Ну да. Ну не взял кровать, ну подумаешь, блин. Слушайте, с другой стороны, я же метки ставлю, да? Вот, казалось бы. И, ну, не заблужусь с метками-то. О, смотри, все, светает. Светлее становится. Все, вылезаем. Спасибо, яма, за то, что нас приютила. Все, погнали. Берем меч на всякий случай. И просто тупо прям вперед. Подбирая яйца в кулак. Так, нам туда. Вот уже трава нужного цвета и вот это кто. А, это мое. Это, видимо, все мое. Я, да, смотри, то. А, ну все, да, я к себе пришел. Угу. Все, ладно. Все, это наша пещера. Вот, все. Окей, отлично. Вот наша дорожка. Ну и теперь сейчас будем смотреть, что у нас тут это самое набралось.
Так, где наш дом? Вот он. Так, ну, здрасте. Так, все, сюда кладем. Сейчас тут опять тоже места не будет. Вот, самое главное. Так, где я сажаю? Хотя... Нет, здесь я сажать не буду, потому что оно туда вниз упадет, это там потом надо будет спускаться. Давайте посажу вот сюда. Все. Остальное я что делаю? Сюда заходим. Да, кстати, вот так. Эмеральд. Ну давай, эмеральд вот сюда посадим. Так, и яйцо куда-нибудь вот сюда. Окей. Все, мелон сюда. Все, теперь бежим опять в дом. В наше будущее, да? Подожди. Вот, и сейчас мы с вами будем проверять Lock Plants. Вот, хочу вот эти вот попробовать. Допустим, хотим сделать все в шахматном порядке, да? И кто с чем будет хорошо смотреться, интересно. Вот так? Допустим, или вот так. Или вот так. Не, на самом деле зеленый. Здесь зеленый цвет как-то, ну, выбивается. Я эти зеленые доски... Я эти зеленые доски тогда как-нибудь... Как-нибудь по-другому поставлю. А то, что тут у меня будет... эти самые... Березовые досочки, это да, это у меня точно будет. Или, я не знаю. Короче, я пока думаю. Какой у меня пол будет, ну, точнее, из каких, скажем так, досок. Ну-ка, подождите. Подожди.
Боже. Ну-ка. Да ё-моё. Так. А если? А если не париться? И где они? Если вот так. В принципе, вот эти доски мне нравятся, да? Да, джангл. Ну. Из джунглей, короче. Хорошо. Джунглевские доски я себе, допустим, интересно, хватит мне их на этом этаже или не хватит. Вот здесь вот сейчас одну еще вот так вот заберем. Да вроде хватает, смотри. Все отлично. Ладно, смотрите, все. На этом я пока что заканчиваю. Вот так вот встану на этот самый, на сундук. Ну, собственно, вот что я пока что успел сделать. Вот. Собственно, что? Я, значит, пойду еще раз, значит, в поход. Подготовлюсь уже к этому в следующей серии. Вот, ну а на этом все. Это была игра Майнкрафт. С вами был Однорукий Борис. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Не забывайте про Discord сервер. Ссылка есть в описании. Точнее, не одна ссылка, а все ссылки, да? Так-то. Вот. Увидимся с вами в следующей серии. Всем удачи. И всем пока. Thank you.